Уша, она появилась как? Это был подарок или вы хотели ордельтерьера и купили? Откуда она появилась? Нет, Лушка появилась, это моя собака. Я, честно говоря, все покупаю в подарок, чтобы ко мне не было никаких претензий. Ага. Я собаку подарила родителям. Так. А вторую собаку Марк Анатольевич увидел в Германии. Очень модная была порода, а нынче она не модная. Эрдель. Ага. И вот мы приехали. Причем, знаете, я сама у себя собаку перекупила. То есть? А Марк Анатольевич говорит, давай купим вот Эрдель, вот такую рыжую, большую собаку. Я позвонила в Москву, знакомой, значит, судье. Она, по-моему, задремала, эта собака. Да, Брюс. Собака, Брюс, собака. Брюс, да. Животное. Надо показать крупным планом. Ну, вот я просто боюсь ее стрессировать. Он такой, в общем-то, настроенный. Вечер уже настроен на отдых. Ну, смотрите, главное, что вот женские-то руки. Оп. Ой. По-любому лучше, чем мужские. Голубоглазый. Да, чудный. Голубоглазый, да. Маленький. Боже, какое счастье. Урчит. Урчит, да. У вас, замечательно вас заурчал, пахнет. Да. Пахнет молоком. Ну, мои малыши все пахнут молоком. Вот он запел. Знаете, я позвонила, когда, значит, Марк Анатольевич сказал, я бы Эрдель, главный по собакам, говорю, достаньте мне Эрдель. Он говорит, Саша, это не модная порода. И вот, что ребенок? Это не модная порода, и достать это практически невозможно, это сейчас не модно. Вот Йорка какого-нибудь английского бульдога, и в интернете я нашла людей, которые занимаются эрделем. Это мне то же самое сказали, не модная порода, но в Саратове одна, значит, собака родила 4 щенков, 3 мальчика, 1 девочка. Берете? Беру, звоню второй. В Саратове родила одна собака 4 щенков, 3 мальчика, 1 девочка. Берете? Беру. Называют цифру. Так. Я говорю, я готова. Ага. Звоню той, называют цифру. Готова. Ага. Я думаю, ну кого-то из них привезут. Звоню первой. Мне говорит, Саша, перекупили. Звоню той. Она говорит, Саша, на 5000 дороже. Я говорю, беру. И потом я понимаю, что я сама у себя перекупила за 5000 собаку. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.